скидки на приобретение формы от технического партнера «Спортпринтем». Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице, где буквально с минуты на минуту начнется поединок 7-го тура высшего дивизиона подгруппы А. «Голд Шарк Легион» — два коллектива, которые в первой части чемпионата сражались за право считаться лучшими коллективами Северной лиги, за право выступать после зимней паузы в подгруппе А. Сегодня они подошли к этому противостоянию с диаметральным настроением. «Голд Шарк» здорово провел стартовые 6 игр и к заключительному поединку первого круга второго этапа чемпионата подошел, располагаясь на 5-м месте с 7 набранными баллами. Неплохой результат для коллектива, который изначально не считается у нас здесь на севере топ-клубом, но постепенно проходит определенный этап становления как команды, стремящиеся к этому статусу. «Легион» впервые в своей истории закончит сезон на 8-м месте или выше. Но вот сегодня есть великолепная возможность у легионеров, чтобы изменить неприятную ситуацию в турнире, неприятную ситуацию в таблице. Напомню, что легионеры после возобновления чемпионата до сих пор пока еще не набрали ни одного очка, но в матчах с «Голд Шарк» традиционно легионеры выступают, скажем так, неплохо. В поединке первого круга чемпионата «Легион» добился крупной победы со счетом 4-1. В прошлом сезоне соперники обменялись викториями с разницей в 2 мяча в первом круге. Сильнее оказались «Акулы» со счетом 5-3, затем «Легион» взял реванш 3-1. Да, был еще матч в Кубке Северной Лиги, но это все-таки немножко другая история, другой турнир, матчи на вылет, они всегда подразумевают несколько иной характер противостояния. Вот в играх чемпионата как раз-таки сейчас преимущество на стороне легионеров, и уверен, тренерский штаб красно-серых сегодня намерен реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачный старт во второй части чемпионата. Активно у нас начинается встреча, позади уже минута, и команды сразу же попытались взять свое нахрапом, обменялись выпадами. Вот сейчас «Голд Шарк» зарабатывает штрафной, который с этой точки может исполнить и Игорь и Дмитрий Шестаков, прошу прощения, конечно же, и Иван Ерохин. Конечно, позиция более удобная для форварда желто-черных, именно он пробивает по статичному мячу, но попадает в спину Дмитрию Бычкову, и мяч отправляется на угловой. После розыгрыша этого стандарта, наверное, и познакомимся со стартовыми составами играющих сегодня команд. Скажу лишь то, что обслуживает сегодняшнюю встречу главный арбитр Владимир Коржевский, помогает ему на бровке Игорь Елисеев, ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Ну и так как этот угловой ни к чему опасному не привел, давайте и пробежимся по стартовым расстановкам сегодняшних соперников. По традиции начинаю я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Легион» в традиционных красно-серых цветах выступает. И, наверное, на сегодняшний момент почти оптимальнейший состав у красно-серых на сегодняшнюю игру из тех, кого мы уже привыкли видеть после возобновления чемпионата на поле. Отсутствует только номинальный защитник Белокрылов, он по личным причинам не смог сегодня присутствовать на игре, но успокоим болельщиков «Легиона» и скажем, что сегодня первую свою встречу за долгий промежуток времени сыграет Павел Андрианов. Правда, он начинает матч на скамейке запасных. Что касается стартового состава, то Александр Дементьев традиционно защищает владение легионеров. Игорь Дармаков, 77-й номер, в центре обороны. Справа Амирхан Арсланов, 25-й. Слева Дмитрий Неруков, 33-й. Александр Седов, 17-й номер, капитан команды в опорной зоне. Чуть выше располагаются Денис Бычков, 6-й, и Виталий Обласов, 88-й. Папин Казарян, лучший снайпер легиона и до, и после возобновления чемпионата, номер 7 на острие атаки сегодня у «Легиона». На скамейке запасных располагаются Сергей Миронов, Иван Нехорошев, Дмитрий Ефремов и Павел Андрианов. Почти уверен наверняка, что все они свое игровое время сегодня по ходу встречи
получит. Gold Shark сегодня в следующем сочетании начинает встречу. Игорь Комоликов номер один защищает ворота Акулы. Дмитрий Кожемякин 13-й в центре обороны. Кирилл Болдарев 14-й номер справа. Роман Трофимкин 77-й слева. Иван Симаков 18-й в центре полузащиты расположился. По краям ему помогать в созидании будут Алексей Бритовский 66-й справа. Дмитрий Шестаков 99-й слева. На острие атаки Иван Ерохин, номер 4, и именно он сейчас пытался открыться в штрафную под передачу Дмитрия Шестакова. Вообще великолепная атакующая тройка, к которой, наверное, можно еще и Ивана Симакова причислить четвертому. У Gold Shark собралась, все это футболисты с хорошими данными, и пусть забивают они не так много после возобновления чемпионата. Вот как раз таки Симаков является лучшим снайпером Акула. А вот дальше располагается в списке бомбардиров команды номинальный защитник Роман Трофимкин. Бритовский и Ерохин на двоих всего два гола забили. Но объем работы они выполняют колоссальный. Ну и не будем забывать, что соперников из нижней половины таблицы теперь у Gold Shark, как и у Легиона, до конца сезона не предвидится. А потому 4 забитых гола Иваном Сиваковым после возобновления чемпионата, наверное, ценится больше, чем 10 мячей Ерохина, которые Форд провел в первой части сезона. Хотя, конечно же, преуменьшать заслугу Форда в осенней части сезона мы не будем. 5 минут у нас позади, стартовый отрезок матча, наверное, можно сказать, что уже завершился. Отдавать инициативу соперники друг другу не захотели, пытаются сыграть свой футбол. И сейчас в атаке как раз-таки Легион, но неточная передача Арсланова была перехвачена защитниками. Абласов, хороший подкат, здесь на бровке, останавливает наступление соперника. Симаков играет в центр. Бритовский налево. Шестаков заброс вперед на Ерохина. Но тот в борьбу с Дармаковым вступать не стал, ожидая, что центральный защитник Легиона ошибется и мяч пропустит. Не тут-то было. Абласов, смотрите, как низко опускается атакующий хавбек Легиона, чтобы начинать атаки своей команды. Арсланов. Живенькая игра у нас с первых же минут, несмотря на достаточно раннее время начала поединка. Но это вот удобное время для Gold Shark. Они сегодня являются номинальными хозяевами поля. Ну и, конечно же, если мы говорили о том, что Легион намеревается реабилитироваться за неудачный старт второй части чемпионата и попытается сегодня, безусловно, заработать свои первые очки, то Gold Shark'у необходимо реабилитироваться за разгромное поражение на Сетунь-парке, которое случилось на прошлой неделе, когда Акула в рамках Кубка ЛФЛ после ничейного результата в первом домашнем матче с Титаном уступили 0-7. Понятное дело, что за вылет из-за второго по значимости Еврокубка Акул никто ругать не будет, даже более того, наверное, выступление команды можно считать успешным, но, конечно же, поражение со счетом 0-7, оно достаточно болезненно было воспринято поклонниками, и, думаю, сами футболисты были не в восторге от такого завершения еврокубкового сезона в этом году, так что, уверен, Легиону сегодня также не сладко придется. Очередной штрафной назначает главный арбитр встречи на половине поля Александр Деметио. На этот раз с дальней от нас бровки будут пробивать Акулы. И здесь как раз-таки было бы правильнее Шестакова свою пушку разрядить. Хороший удар. После того, как Алексей Бритовский чуть ближе к центру мяч покатил, таким образом разыграв стандарт. Но все-таки будем говорить, что на удобной высоте для Деметио мяч отправлялся. Да, удар был мощным, и пришлось вступать в игру Александру, но все-таки свое дело этот голкипер знает, и если уж кого выделять из легионеров по стартовым 6 матчам, так это как раз-таки голкипера. Проводит
хороший отрезок Александр Дементьев, и несмотря на 25 пропущенных мячей, вот и такое бывает в любительском футболе, повторюсь, на мой скромный взгляд, это лучший игрок Легиона во второй части чемпионата. Конечно же, стоит еще и Папина Казаряна выделить, который поучаствовал практически во всех забитых голах своей команды после возобновления турнира. Но вот Дементьев сейчас, конечно же, просто в великолепной форме пребывает, и его спасение сегодня очень сильно пригодятся его команде. Контратака Легиона, Абласов рвется по центру, отдает передачу направо и чуть-чуть вход с... по своему партнеру Денису Бучкову не попал Виталий Абласов, а возможно сам Бучков не ожидал этой передачи. Вообще здорово, Абласов здесь разогнал атаку своей команды, но вот возможно где-то даже и уверенности не хватило легионерам, вот этой самой уверенности, которая добывается через победы. Уже подзабыли, как побеждать легионеры в официальных матчах. Да, были победы, были успешные результаты в товарищеских играх, но все-таки официальные матчи ничто не заменят. И вот, возможно, вот, уж простите мне такую аналитику, если она вам покажется не по вкусу, сейчас именно этого не хватило Легиону. Но еще одна атака с участием Абласова у нас проходит правым флангом. Здорово, они здесь в стеночку отыгрались с, по-моему, Бычковым как раз-таки на своей половине поля. И прострел в итоге привел к стандарту у ворот Игоря Комоликова. Угловой от правой бровки. Естественно, левоногий Александр Седов будет разыгрывать этот стандарт. Бычков. Напрашивается уже передать штрафную, но Бычков здорово на замахе убирает соперника, пробивает в дальний угол и забивает. Это, безусловно, ошибка Игоря Комоликова. Как-то совсем уж несуразно сыграл голкипер Голдшарк на 11-й минуте, и Легион открывает счет. Открывает счет в игре, которая проходит на встречных курсах, и это большое, безусловно, подспорье для команды Александра Седова, который таким образом голевую передачу отдает после розыгрыша этого стандарта. Наверное, после этого гола руководство Голдшарка и пожалеет о том, что сегодня нет на игре Виталия Горелова, перебравшегося из APC во время зимней паузы. Здесь еще один момент. На этот раз Комоликов выручает свою команду после удара Папина Казаряна, но затем вновь немножко так пожарит, скажем, прямо. И чуть была еще одна неприятность у ворот. Голдшарк не случилось. А это уже ответ желто-черных, и Иван Симаков свое мастерство нам демонстрирует, сравнивает счет меньше, чем через минуту. Вот такой вот обмен любезностями. Легион провел еще одну хорошую атаку, имел возможность удвоить перевес, а вместо этого получает мяч в свои ворота. 1-1. Интересный оборот приобретает игра. Ну а Игорь Комоликов, вот сейчас я проверяю, после возобновления чемпионата не провел ни одной встречи за Голдшарк. Большую часть игр как раз-таки Виталий Горелов играл. Был еще и матч и у Реброва. Ну а в последний раз ворота Голдшарк Комоликов защищал в первом круге как раз-таки в матче против Легиона. Неудачно завершившийся для Акулы. Еще один опасный момент. Действительно, живенькая у нас игра идет. И, наверное, на какие-то статистические факты нам не стоит сейчас отвлекаться, потому что мы таким образом рискуем пропустить что-то интересное на поле. Ответ Голдшарк. Ерохин прокидывает мяч себе в край. Но здесь здорово позицию Дмитрий Неруков занял. Поставил корпус и не пустил своего оппонента к мячу. Бычков ошибается при приеме мяча. Отвечает ему тем же и Роман Трофимкин. Но доборолся до конца защитник Голдшарк. И сохранил мяч для своей команды. Шестаков неплохо. Прокидывает мяч вперед на Ерохина. Ставит корпус. Мяч остается
у Gold Shark и показывают именно это. Главный арбитр встречи видел он, что нарушение правил было, но атака продолжилась и посчитал Владимир Коржевский, что продолжение этого наступления выглядит поперспективнее, чем штрафной с этой позиции. Здесь кто-то может с арбитром не согласиться, но и сами акулы не стали спорить и действительно довели атаку до ума, до удара по воротам, который, правда, голевым не стал. Потеря. На дальней половине поля от нас упустили легионеры мяч за боковую. Это как раз-таки Павел Андрианов. В одной из последних пауз он появился на поле. Неудачным действием пока отметился. Но вот сейчас приступает к командным действием на своей половине поля. Gold Shark разыгрывает аут буквально у углового флажка. Симаков до мяча не добирается, а выигрывает единоборство. Александр Седов. Остается мяч у Gold Shark. Дальний удар выше перекладины. Еще и в определенную точку заградительной сетки попал мяч, улетев за пределы стадиона, но, естественно, никакой длительной задержки в связи с этим не будет. Сразу же резервный игровой снаряд появился на газоне, и Александр Дементьев готовится возобновить игру. Половина первого тайма у нас позади. Наверное, отметим, что счет 1-1. Он по игре. Команды наиграли на свои забитые мячи и открытый футбол, который мы с вами наблюдаем, он, конечно же, безусловно, на руку нейтральным зрителям. Прострел очередной в штрафную с правой бровки. Больше правым флангом действительно атакует на первых минутах легионеры. Возможно, понимая, что любит подключаться к атакам Роман Трофимкин. Но и левым флангом очередной стандарт сейчас зарабатывает Gold Shark. Здорово здесь Шестаков прокинул мяч мимо оппонента и нарвался на фол. Конечно, отсюда угрожать воротам несколько сложнее. Если бы мяч находился по центру, здесь сразу несколько различных вариантов розыгрышей могло бы быть. Но вот Алексей Бритовский что-то придумал интересное. Посовещался сейчас и с Симаковым, и с Ерохиным. Симаков отошел в центр, Ерохин чуть левее. Возможно, сейчас пойдет передача на Симакова, который поставит мяч под удар Ерохину. Ну, либо же Бритовский пробьет сам. Да, действительно, возможно, был расчет на то, что тот вариант, который увидел я, также подумают и защитники легиона, но перехитрить всех Бритовскому не удалось. У него удар, откровенно, не получился. Ну а здесь несогласованные действия между Александром Дементьевым и Амирханом Арслановым. Подсказывал голкипер своему защитнику, что нужно оставить мяч, что он сыграет. Но Арсланов вроде бы сначала пошел на передачу, пошел на мяч, а потом пропустил его и в итоге... Хорошо для легиона, что никого из соперников рядом не оказалось, и подбор остался за легионерами. Комоликов рукой вводит мяч в игру, далеко бросает, но вновь Ерохин не вступает в борьбу с Дармаковым, а по-прежнему все рассчитывает на ошибку своего оппонента. Возможно, одну за игру Дармаков и допустит, и тогда у Ерохина появится возможность убежать на рандеву с Александром Дементьевым. Но сколько тогда длинных передач в направлении форварда окажутся безрезультативными? Вот сейчас получилось в разы интереснее. Ерохин откликнулся на передачу, скинул мяч Бритовскому. Чуть-чуть не получилось все сделать, чтобы идеально это выглядело. Но согласитесь, если бы Ерохин вновь за спину убегал Дармакову, случилась бы очередная, скорее всего, банальная потеря мяча. Сарян. Не удалось ему за мяч зацепиться. Вновь Gold Shark в атаке. Бритовский.
Играет центр, неплохо, почему-то совершенно один оказал Шестаков. Трофимкин входит в штрафную, здесь его уже успели накрыть. И Легион получает шанс для контратаки. Бычков убирает мяч в центр, здорово избавляясь от опеки Ивана Симакова. Напрашивается передача налево, но бьет сам Бычков со штыка. Может быть, не самый опасный выстрел получился, но пришлось в игру вступать Игорю Камоликову. Легион продолжает атаковать, пытается... что называется, протолкнуть мяч в штрафную Арсланов. Не получилось, и теперь ответ Gold Shark. Обычно в таких ситуациях говорят, что игра идет без центра поля. Но нельзя сказать, что абсолютно бессмысленная игра, такая куражная. Нет, команды четко придерживаются своего плана на игру. Я почти уверен в этом. Другое дело, что в частности один из пунктов этого плана... наверняка было отсутствие атак соперника. Но такого в футболе буквально не бывает. Шестаков свою пушку разряжает. Вот кому-кому, а вот именно Дмитрию Шестакову нельзя давать... нельзя давать свободы на чужой половине поля. Он может такую... пушку зарядить, такой красавец гол забить, что ни один голкипер не сможет... свою команду выручить. Замены тем временем произошли. Сейчас разберемся, кто появился на поле. После этой атаки Gold Shark! Здорово все сделал Иван Ерохин. И на 20-й минуте акулы выходят вперед. Говорили мы о том, что слишком много свободы позволяют своему... сопернику легионеры на своей половине поля. Вот сейчас плотно с Ерохиным не действовали. Не хочу сказать, что он совершенно один был. Нет, здесь Дармаков его опекал. Но сумел одним касанием Ерохин здорово мяч принять и с разворота пробить в противоход Дементьеву. Буквально в притирочку со штангой. И Волшарк уже ведет в счете 2-1. Хотя еще 9 минут назад именно легионеры... открыли счет. Нарушение правил. Игра рукой. После передачи Виталия Обласова. Атака была сорвана. Ну, конечно, этот стандарт не самая опасная позиция для прямого выстрела, но похоже, что Попин Казарян планирует проверить в деле Игоря Камоликова. А там, возможно, кто-то из партнеров подбор заберет. Не доходит мяч до вратаря. Защитники разряжают обстановку. Легион снова в атаке. Еще момент. Падение в штрафной. Но все в рамках правил. Обезмячили там Попина Казаряна, и, возможно, досталось ему по ногам. Вот, к слову, Казарян — это не тот футболист, который будет симулировать. По крайней мере, в тех играх, что я наблюдал, не доводилось мне видеть такой картины. Поэтому сомневаться в том, что ему действительно было больно в этом эпизоде, не приходится. Да и тем более никто из партнеров там и не требовал назначения пенальти. Угловой именно после... одного из таких стандартов Легион и открыл счет. На этот раз пока, правда, до удара дело легионеры не довели. Зато заработали стандарт уже с противоположной половины поля. С ближней от нас бровки. Павел Андрианов там штрафной, конечно, классно принял передачу. Но пробить было почти невозможно. По той простой причине, что перед ним защитник находился. Разыгрывают легионеры. Один раз уже подобная нехитрая комбинация привела к забитому голу, когда на 11-й минуте Денис Бычков пробил под дальнюю штангу. Сейчас уже защитники не позволили мячу добраться до линии ворот. Еще один стандарт. Всем составом, за исключением, конечно же, Александра Дементьева, атакует Легион. Даже Игорь Дармаков уже подходит к чужой штрафной. И, конечно же, необходимо понимать, что
подобном наступлении есть огромный риск нарваться на контрвыпад. А вот так вот сходу сказать вам, кто же быстрее, например, тот же Игорь Дермаков или Иван Ерохин, я не возьмусь. Дальний удар Амирхана Арсланова буквально от центрального круга. Не получился он опасным. Именно об этом ему и сказали партнеры, что нет, наверное, таким образом проводить наступление не совсем верно. Дермаков выигрывает верховое единоборство в очередной раз. К слову, вот если внизу Ерохину удается переигрывать своего оппонента, и то не всегда, то в верховых сражениях Дермакову здесь равных, конечно же, нет. Обладает он хорошими антропометрическими данными и умело ими пользуется, в том числе и грамотно выбирая позицию. Обласов. Не удалось точно скинуть мяч. Шестаков. Очередная длинная передача в направлении Ерохина. И мяч снова уходит легиону. После второго гола, который провел на 20-й минуте Иван Ерохин, игра немножко успокоилась, на мой взгляд. Голдшарк не стремится во что бы то ни стало продолжать атаковать. И вот теперь-то, наверное, можно сказать, что на игру вторым номером перешли акулы. Тут, конечно, можно еще поспорить, легион ли заставил своего соперника действовать таким образом, или же сами акулы выбрали такую тактику. Но вот эти вот контратаки, они могут быть действительно опасными. Сейчас в хорошей позиции находился Иван Симаков, но его прострел с правой бровки получился не самым эффективным. Обласов. Андрианов. Идет вперед Павел Андрианов. Отыгрывается в стеночку с Казаряном. Чуть-чуть не точно, но атака продолжается. Обласов. Неточный пас. И сам же исправляет свою оплошность Виталий Обласов. Продолжает атаковать легион. Казарян. Удар. Не попадает в створ. Попин Казарян. Здорово одним движением избавился от опекунов и пробил с левой ноги. Вот будь этот момент зеркальным и левой ногой убирал бы своих соперников Казарян, думаю, получилось бы опаснее. Угловой очередной разыгрывают легионеры. На этот раз подача не получилось точно у Александра Седова. Дермаков, здорово, передать штрафную, удары здесь в подкате. Дмитрий Шестаков блокирует удар Амирхана Арсланова. И очередной стандарт зарабатывают легионеры за 3,5 минуты до конца первого тайма. Заключительная часть, заключительный отрезок стартовой половины проходит под преимуществом красно-серых. Но Голдшарк ведет в счете, и это все безусловно объясняет. Еще один угловой. Будет очень интересно затем по окончанию матча узнать цифру поданных и разыгранных корнеров в исполнении команды Александра Седова. Боюсь, что уже за десяток другой цифра перевалила. Арсланов неудачно мяч принимает, но тем не менее все равно бьет по воротам. Вот сегодня легион играет по принципу «тем не менее». Я уже поймал себя на мысли, что вот даже если что-то не получается в каком-то конкретном моменте или же в какой-то конкретной атаке, все равно легион доводит дело до определенного завершения. Возможно, эти удары не получаются такими опасными, как выглядели изначально. Но, тем не менее, в атаке Голдшарка с мячом Андрей Фандеев, начинавший матч на скамейке запасных. Симаков играет на Бритовского. Ерохин уходит от Александра Седова, но здесь Павел Андрианов коллективно со своим капитаном мяч у него отобрали. Обласов, не точно. Шестаков. В подкат идет Александр Седов со спины. И именно поэтому Владимир Коржевский достает желтую карточку из своего кармана. Не согласен с решением арбитра Александр Седов. Да, возможно, он играл и в мяч.
Но все мы прекрасно знаем, что нельзя идти в подкат со спины. Седов, к слову, и минуты ранее нарушал правила в центре поля, как раз-таки против Дмитрия Шестакова. Тогда атака, правда, у Голчак продолжилась. И, возможно, имея в виду и это нарушение правил по совокупности, что называется, арбитр и предъявил горчичник капитану Легиона. Ненадолго отодвинул Легион игру от своих ворот. Провел пару атак Голдшарк, но теперь возвращается все, что называется, на круги своя. Очередной стандарт. Здесь уже и Иван Симаков повалил своего оппонента на газон. Ну и заключительная минута первой половины у нас тем временем начинается. Пробивал уже с похожей позиции Попенко Зарян минутами ранее. Теперь Александр Седов попробует провернуть похожий трюк. Мяч, правда, располагается чуть правее той точки, с которой пробивал Казарян. Но это для капитана легионеров только в плюс на самом деле. Но удар не получается. У 17 номера красно-серых. И у Дмитрия Нерукова тоже, к слову. В таких ситуациях, к слову, наставники команд очень любят говорить, что главное не привоз, а завершить атаку ударом, пусть не точным. Зато можно вернуться на свои позиции, на своей половине поля. Камоликов выбивает мяч вперед. Ерохин де-факто выигрывает единоборство у Дармакова, но тот опять-таки очень здорово выбрал позицию и скинул мяч в итоге Ерохин только в аут. Неруков играет в центр. Обласов не точно. Но не удается подключиться к атаке Кириллу Болдыреву. Мяч снова в ауте. Минуту, видимо, арбитр встречи компенсировал командам в первом тайме. Обласов не успевает на подбор к своему мячу. Здорово, вновь Дмитрий Шестаков действует. Системообразующий игрок, не больше, не меньше. Шестаков для Голдшарк. Постепенно такими становится и Алексей Бритовский с Дмитрием Кожемякиным. Но вот, на мой скромный взгляд, вклад Шестакова, он, конечно же, в разы больше. И уже сравним с историческими, скажем так, достижениями Ивана Симакова. На этом у нас все, дорогие друзья. Первый тайм подошел к своему концу. Завершился он очередным угловым в исполнении Легиона, который не привел к опасному моменту. Отдыхаем пару минут, друзья, и затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Спортпринтем делает уникальное предложение. Полный цикл экипировки команды под ключ, начиная с подбора оптимального бренда и заканчивая персонализацией каждого изделия. Завершился перерыв в матче 7-го тура высшего дивизиона подгруппы А. В поединке, в котором встречаются Голдшарк и Легион, после стартовых 30 минут игры впереди подопечные Олега Пронина и Валерия Скоробогатова. Счет открыл на 11-й минуте Денис Бычков, но буквально спустя всего минуту, в следующей буквально атаке, Иван Симаков восстановил паритет, а затем уже к концу второй 10-минутки забитым голом отметился и Иван Ерохин. 2-1 впереди Голдшарк. Оценивая и резюмируя события первой половины, наверное, скажем, что игра у нас открытая. Обе команды действовали в первые 20 минут с явным акцентом на атаку. Но вот после того, как Голдшарк провел второй мяч, акулы отдали инициативу Легиону, или же, если хотите, Легион полностью прибрал ее к своим рукам и уже действовал на контратаках.
говорить о справедливости или несправедливости результата первой половины, наверное, неправильно, потому что любой из трех возможных исходов стартовой 30 минутки он был бы по-своему справедлив. Веди в счете Легион, веди в счете Голдшар, как есть сейчас на самом деле, или же ничейный результат был бы на табло, но вот сейчас обязан был Голдшарк забивать третий гол. Хорошая атака желто-черных с участием всего трех футболистов. В тупик оборона Легиона в итоге встала в ходе этого наступления, но пробивая буквально с угла вратарской, Иван Ерохин не сумел попасть в створ. Да, пробивал он не с самой удобной позиции, с той точки зрения, что находился не лицом к воротам, но, тем не менее, шанс был великолепный, и забей сейчас Голдшарк третий гол, наверное, можно было бы уже говорить о том, что отыграться Легиону будет ой как непросто. Еще одна атака акул. Напомним, что с момента возобновления чемпионата в высшем дивизионе, с того самого эпизода, когда все команды вышки поделились на две половины по окончанию первой части турнира, Легион еще ни одной победы не одержал. И, конечно же, это безусловно влияет на команду, как бы не отрицали это сами футболисты. Все равно где-то этот момент сидит, и он, безусловно, мешает. Сегодня крайне важно легионерам, ну, если не победить, то хотя бы первые свои очки заработать. Ну, а Голдшарк, опять же, резюмируя события первого круга второй части чемпионата, здесь еще один великолепный шанс упускает акулы на старте второй 30 минутки. На этот раз Иван Симаков метров с пяти пробивал, но всю свою силу в удар вложил и в створ не попал. Наверное, стоит говорить, что расположение команды в таблице, оно абсолютно закономерно. Голдшарк проиграл всем трем коллективам, располагающимся на вершине таблицы. Речь идет про Интер, Динамо и Гефест. Сыграл в ничью с соседствующим ЦДК. Случилось это совсем недавно. Да, прошу прощения, не проиграл еще Голдшарк Интеру, здесь я немножко оговорился. Матч против Нерадзури команды по обоюдному согласию перенесли, потому как на прошлой неделе выступали в кубке ЛФЛ. К слову, и Интер, и Голдшарк из-за розыгрыша турнира вылетели. Но все-таки, наверное, стоит сказать, что шансы акулы против такого великолепного Интера расцениваются как не самые лучшие. Очередной шанс, на этот раз, правда, на половине поля Голдшарк случился, на этот раз Попин Казарян после розыгрыша углового классно пробивал в лед, но так же, как и его соперники, минутами ранее в створ не попал. Ну так вот, и две свои победы завершает тема турнирных раскладов, потому как команда Чу опять-таки не позволит мне говорить об этом долго. Голдшарк две свои победы одержал как раз-таки над соперниками, которые располагаются в таблице ниже их самих. Речь идет о Неве и APC. По таким вот раскладам в перенесенном матче, наверное, Голдшарк должен уступить Интеру, ну а Легион сегодня победить. К слову, свой следующий матч акулы проведут только 15 числа, потому что поединок 8 тура против Невы уже сейчас известно, что перенесен пока на неопределенный срок. Пока штрафной готовится разыграть Голдшарк. Иван Симаков у мяча. Бьет по статичному снаряду. И здесь мяч оставался во вратарской Александра Дементьева после его сейва. Но защитники подстраховали голкипера не самым удачным способом. Отбил голкипер Легиона летевший со штрафного снаряд, но в итоге и партнеры помогли им не все же Дементьеву свою команду выручать. Зарян. Здорово его на опережение обокрал Дмитрий Кожемякин. Симаков играет на Болдырева. Разворачивается Кирилл, играет в центр. Бритовский, Болдырев, неплохо. Еще правее играет Голдшарк. Ерохин стрелял в штрафную, только интересно, на кого? Потому что сам он находился-то у углового флажка, и туда как раз-таки врывался Иван Симаков.
видимо, наигранная комбинация в исполнении желто-черных, потому что раз за разом опускается в один из краев для получения передачи Иван Ерохин. Ритовский играет центр, Болдарев навес штрафную, наверное, единственный правильный вариант в подобной ситуации, в подобном развитии атаки. Трофимкин потерял мяч и нарушал правила, безусловно. Посмотрел, чем закончится этот эпизод, главный арбитр встречи, и понял, что не успеет мяч у Дениса Бычков, поэтому матч остановил. Обласов идет вперед, Виталий Обласов, пока не встречает его Алексей Бритовский. Здесь слева подключается к наступлению Арсланов, попытался Обласов в одиночку решить эпизод, в итоге мяч потерял. Здесь еще Александр Седов не самую удобную передачу отдал. И вновь ошибается в пасе капитан легионеров Ерохин. Скидывает мяч Симакову. Симаков левее, неплохо. Трофимкин убьет Трофимкин и забивает Роман свой 4-й гол во второй части чемпионата. Отличная результативность для номинального защитника, но его любовь к подключениям известна всем. Ну и вспоминаем о том, что осознанно Голдшарк перешел на игру вторым номером. И вот как раз-таки одна из контратак завершилась очередным третьим голом в ворота легиона. 3-1 за 22 с небольшим минуты до конца поединка. Дела легиона становятся все хуже и хуже. Но нельзя, наверное, сказать, что теперь все абсолютно ясно. Два мяча в футболе формата 8 на 8. Это очень зыбкое преимущество. Тем более, что легион сейчас как раненый зверь. А здесь еще и Камоликов привозит голевейший момент на свои ворота. Но не удалось воспользоваться этой ошибкой голкипера атакующим силам легиона. Удар заблокировали. Тормаков уже пошел в наступление. Возглавляет атаку своей команды. Играет направо. Передача в штрафную. Здесь Трофимкин забирает мяч. Симаков неудачно принимает длинную передачу. Но сам же идет в отбор. И чуть было мяч у Павла Андрианова не отбирает. Еще одна контратака. Голдшарк атакует в численном большинстве. Назвозился с мячом, затянул с передачей Ерохин, и мяч в итоге потерян. А здесь было нарушение правил. Шестаков нелицеприятно обошелся с Попиным Казаряном. Правда, тот, конечно же, никакого зла на своего соперника не держит. Их столько спортивного, который сейчас можно конвертировать забитый гол, классно пробив со штрафного до ворот, получается, метров 19. Может быть, чуть больше. Прямо по центру установлен мяч. Казарян бьет и попадает в чуть вышедшего из стенки Ивана Ерохина. Арсланов быстро из-за боковой выводит мяч. Получает ответную передачу от Андрианова. Навес. И здесь аут. Замены у легиона. Денис Бычков отправляется отдыхать. И вместо него, неужели Сергей Миронов выходит? Возможно, сейчас какие-то перестроения произойдут. Скорее всего, Мерхан Арсланов поднимется выше. Будет действовать в паре с Виталием Обласовым. Ну, а Миронов, конечно же, позицию правого защитника займет. Стаков играет в центр. Трофимкин еще правее. Здорово поменяли фланг развития наступления желто-черное. Передача Кирилла Болдарева в штрафную была перспективной, но не опасной. Остается мяч у Голдшарка. Откровенно здесь фалит легион. Но
Мяч остается у Gold Shark. Еще одна хорошая передача в штрафную. Одним касанием принимает мяч Иван Ерохин. Вот сразу же пробить не получилось, и успели защитники его обезмячить. Четвертый гол, конечно же, расставит все точки над «и» в этом поединке. Не думаю, что у «Легиона» получится три мяча преимущества отыграть. Подача очень сильная на другую половину поля. Шестаков мяч принял, пробил. Но его, конечно же, уже успели накрыть. Замена у Gold Shark. Алексей Бритовский отправляется на скамейку запасных. Наставники дают 66-му номеру передохнуть. Ну а вместо него на газоне появился Игорь Шуляк. По-моему, в первом тайме он на поле не появлялся. Ну и сразу же передача именно на... Хотела сказать, на Шуляка отправляется в штрафную. Но на самом деле там Иван Симаков пробивал со второго этажа. Удар получился точным, но абсолютно не сильным. Никакого труда не составило Дементьеву этот мяч в свои руки забрать. Андрианов ставит корпус и ждет подключения Нерукова. А тот чего-то в стык забоялся идти. И в итоге Болдарев позиционно, получается, его переиграл. Кожемякин. Неудобно ему из-за боковой мяч Болдарев ввел. Но, тем не менее, удалось из этой ситуации выбраться Кожемякину. Еще и достаточно перспективно выглядела эта передача на Ерохина. Тот, правда, как ни старался, не сумел сдвинуть с места Игоря Дермакова. Но, тем не менее, еще время у своего соперника желто-черные отобрали. Стаков в центр на Симакова. Бросает мяч вперед. Ерохин отклеивается от Дермакова. Разворачивается чужим воротом. И Дермаков у него мяч отбирает. Неплохо. Андрианов. Никто не поддерживает наступление из крайних защитников. Поэтому приходится играть на Казаряна, который не сумел. Не сумел без нарушения правил у Кожемякина мяч отобрать. Еще замены у Gold Shark. На этот раз на поле появляется Андрей Фандеев вместо Ивана Ерохина. Такую перестановку в первом тайме мы уже с вами видели. Прострел в штрафную. И очередной стандарт на половине поля Александра Дементьева. Вообще удивительно. В разы больше стандартов на правой половине поля по ходу сегодняшнего матча мы с вами наблюдаем. Причем в первом тайме те ворота штурмовал «Легион», а во втором тайме больше стандартов в плане угловых разыгрывает «Gold Shark». Знаете, как будто поле чуть-чуть наклонено в правую сторону. Но, впрочем, это не мешает «Gold Shark» вести в счете с преимуществом в два мяча за четверть игрового часа до завершения противостояния. Дермаков. Длинная передача вперед. Кожемякин вновь на опережение обыгрывает Попина Казаряна. Андеев. Нет, за мяч здесь не зацепится. Быстро разыгрывает мяч «Легион», не позволяя провести замену. Причем, что интересно, именно в составе красно-серых должна была произойти перестановка, и в игру должен был вернуться Денис Бычков. Но Игорь Дермаков сделать это не позволил. Фандеев останавливает
подкате наступление своего соперника Арсланов, но не отменяет его. На этот раз Бычкову уже не позволяют войти в игру соперники. Трофимкин играет в центр. Болдырев. Перед ним никого нет. Смещается ближе к воротам. Бьет удар в ближний угол. Выручается у команды Александр Дементьев. И вот теперь-то замена состоится. Денис Бычков вместо Попина Казаряна. Тот недоволен своей заменой. Пару ударов по скамейке запасных. Ну а тем временем Голдшарк в очередной раз разыгрывает стандарт. И теряет мяч. Бласов идет вперед. Сохраняет мяч. Миронов откидывает назад. А Бласов перед ним Игорь Шуляк. Поэтому приходится играть назад. Неруков. Дармаков. Хороший первый пас у Игоря Дармакова. Вот и сейчас хорошую передачу на Абласова отдает, а тот вновь с Денисом Бычко словно не понимают друг друга эти два футболиста. В первом тайме хорошая атака была загублена, и сейчас мяч этот дуэт потерял. Ну, быстро его себе Легион вернул, оно и неудивительно. Сейчас, конечно же, наверное, до конца встречи почти все наступление будет проводиться на половине поля. Голдшарк, но если вот такие ошибки, конечно же, не допускать. Фандиев бьет в ближний угол, но чуть-чуть не попадает в створ. В контратаках Голдшарк сегодня, безусловно, крайне опасен. Александр Седов возвращается на поле. Меняет он Мерхана Арсланова. Таким образом, сейчас в наступлении у Легиона играют Павел Андрианов, Виталий Абласов, на острие Денис Бычков. Думаю я, что Попин Казарян еще вернется на газон. На заключительный отрезок матча. Неруков. Направо. Драмаков. Абласов. Получает один мяч Виталий Абласов. Никто его не встречает. Голдшарк низко опускается. Абласов продолжает свое движение. Пас в штрафную не проходит. Пас в штрафную не проходит. И теперь Голдшарк атакует 4 в 3. Не спеша, позволяя своему сопернику сесть в оборону. Но тем не менее продолжает атаковать. Симаков красиво прокинул мяч мимо Дмитрия Нерукова. Но здесь сработала подстраховка. Седов. Разворачивается Александр Седов. Откидывает мяч Дементьеву. Тот не стал ничего выдумывать. Просто выбивает мяч на Бычкова. Тот ставит корпус и теряет снаряд. Симаков, Седов. Нарушение правил. Да, прошу прощения, это не Александр Седов здесь совершил перехват. Седов-то как раз-таки рядом располагался. Чем-то недоволен он в этой ситуации. Возможно, желтую карточку для соперника хотел. Но не в этот раз. Неруков. Играет центр на Абласова. Седов. Направо на Миронова. Неплохо контролирует мяч Легион, но без особого продвижения вперед. И все время вот на грани. Еще чуть-чуть, и мяч будет потерян. Седов. И вот эта вот неточная передача. И вновь Голдшарк начинает свое контрнаступление. После одной из потерь Александром Седовым как раз и был забит один из мячей. И сейчас хороший момент у Голдшарк. Фандеев убирает, бросившегося в подкат Дармакова. И совсем уж как-то слишком легко забивает четвертый мяч, который, наверное, символизирует о том, что Голдшарк сегодня победу не упустит. 4-1. Зеркальный счет матча первого круга. Тогда со счетом 4-1 победили легионеры. Но на сегодня, будем честны, Голдшарк выглядит сильнее, поинтереснее своего оппонента. Да и место в таблице занимает абсолютно заслуженное. Это первый матч седьмого игрового уикенда второй части чемпионата в высшем дивизионе в подгруппе А. Сегодня утром свою игру уже провели Европа и Пресня. И Пресненцы добились четвертой победы после возобновления чемпионата со счетом 4-2, если не ошибаюсь, тот матч завершился. Ну а Голдшарк
наверное, уже можно утверждать, что сегодня одержит победу, если не случится настоящего футбольного чуда. И сравняется по очкам с ЦДК, который свой матч проведет позже, но у ЦДК на игру больше. А армейцы сыграют завтра с APC, и этот матч мы, естественно, покажем в прямом эфире. Так же, как и центральную игру уикенда, в которой сразятся лидеры турнира Интер и Динамо. Впрочем, есть еще время, 8 с небольшим минут у Легиона, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Шестаков грузит вперед. Здесь Шуляк выиграл единоборство у Ивана Нехорошего. Защитник Легиона появился на поле в последней паузе. Обласов переводит мяч налево на как раз-таки Нехорошего. Один в один не стал обыгрывать оппонента. Иван Нехорошев отдал пас на Седова. Тот на грудь неудобную передачу принял, но затем его от мяча оттеснили. Бритовский. Шестаков. Бритовский. Падение и штрафной, конечно же. Не стал быстро Голдшарк разыгрывать мяч. Естественно, ему спешить некуда. Ну а Казарян пока по-прежнему на скамейке запасных остается у Легиона. Нехорошев. Неудачный прием мяча. Болдырев. Легко как-то избавляется от опеки Ивана Нехорошего. Ерохин. Болдырев. Налево. Не доходит до передачи до Ивана Симакова, но здесь в отборе уже здорово Игорь Дермаков действует. Неплохой матч, по большому счету, провел Дермаков. Да, можно предъявлять ему претензии за опрометчивый подкат против Фандеева, когда тот четвертый гол забивал. Ну и вообще надо подетальнее, безусловно, разобрать игру защитников, в том числе и в эпизоде с первым голом Ерохина. Но, тем не менее, нельзя сказать, что сыграл он плохо. Ну а сейчас я согласен с решением главного арбитра встречи. Не было нарушения правил, но мяч покинул пределы поля от Виталия Абласова. Именно он последним коснулся мяча. Это было очень хорошо видно с моей позиции. Не обратил я внимания на телевизионную картинку. И успел ли наш оператор заснять этот эпизод единоборства. Но вот могу честно сказать, что мяч покинул пределы поля от Виталия Абласова. Кожемякин. Прерывает его передачу Денис Бычков. Но мяч, понятное дело, все равно остается у Голдшарк. Дермаков. Передача на вернувшегося на поле Казаряна. Удар. И вновь как-то не слишком уверенно действует Игорь Камоликов. Но на этот раз добивание он не позволил. Симаков не проходит передачу, но сам же мяч и отвоевывает. Шемякин. Заброс вперед. Неплохо. Шуляк. Выход 1 на 1. Ерохина. Удар. 5-1. Оформляет дубль Иван Ерохин. И за 5 минут до конца увеличивает преимущество Голдшарк. Ну и, скажем так, в режиме лайв, таким образом, Голдшарк сейчас обходит по дополнительным показателям ЦДК и поднимается на четвертое место в турнирной таблице высшего дивизиона, по крайней мере, до завтрашнего утра, пока свою игру армейцы против APC не проведут. Рохин умудряется пробить по воротам в борьбе с Игорем Дермаковым. На этот раз не точно. Ну и по большому счету действительно все в этой игре уже ясно. Тренерский штаб Легиона проводит замены. В частности, давая поиграть Дмитрию Ефремову. Первое действие Ефремова получилось точным. Атакует Легион в численном большинстве. И почему же не покатить мяч левее на Александра Седова? И именно
это же и предъявляет своему партнеру капитан легионеров. Передача от Бочкова сейчас выглядела в разы перспективнее, чем его собственный удар. Хотя он тоже получился достаточно опасным. Тормаков. Можно играть центр. Андрианов еще правее не проходит. Тем не менее отдают повторную передачу на Казаряна. И тому не позволили пробить поворот. Хорошую игру, дорогие друзья, мы с вами посмотрели. Даже несмотря на то, что в итоге она разгромом завершается, я вот действительно получил удовольствие. Надеюсь, и вам не мешал наслаждаться футболом. Ну и голы мы с вами, безусловно, красивые понаблюдали. Есть еще время забить и тем, и другим, но на исход встречи, безусловно, это никак не повлияет. Трофимкин играет вперед, доходит мяч до Ерохина. Показывает всем своим видом, что было нарушение правил, но арбитр иного мнения. Трофимкин налево, доходит мяч до Симакова. Тут грузит штрафную, неплохо Ерохин бьет в лед, не попадает в створ. Бежит назад Голдшарк. Даже несмотря на то, что команда может, в принципе, себе позволить доиграть встречу, ну, скажем прямо, спустя рукава, нет, тренерскую установку продолжают выполнять желто-черные. Трофимкин, центр, на Шуляка. Шуляк, еще вертикальнее на Бритовского, еще одна хорошая передача, и буквально одного шажка не хватает Алексею Бритовскому, чтобы успеть на эту передачу ответную Ивана Ерохина. И расстреливал бы тогда Алексей Бритовский без сопротивления прямо по центру штрафной своего соперника. Казарян получает обратно передачу от Павла Андрианова. Казарян прокидывает мяч мимо двух оппонентов, но те его, конечно же, к штрафной не пустили. Заработал штрафной Папин Казарян. Александр Седов. Бежит к точке, не к пенальти, а к точке пробития штрафного. Безусловно, это позиция для него. Никто и не спорит. Удар, но это совсем никудышный выстрел. Намного выше и мимо цели. Действительно сложно сохранять хладнокровие в подобной ситуации. Когда ты в равном первом тайме открыл счет, но тут же упустил преимущество, еще и пропустил необязательный второй мяч. Ну а затем дело завершается итоговым разгромом. Досталось Алексею Бритовскому в единоборстве с Дмитрием Ефремовым. Ну и завершает Голдшарк матч в атаке. Последняя минута встречи уже начала свой отсчет. Не думаю, что главный арбитр встречи что-то компенсирует командам. Это было бы просто нелогично. Ну а Дмитрий Шестаков готовится пробить по статичному мячу. Удар! Хороший выстрел по неудобной траектории полета для Александра Дементьева. Но тот дотягивается до мяча, переводит его на угловой. Еще один стандарт. Подача, даже передача низом, прошу прощения, разыграли в очередной раз угловой Голдшарк. И в итоге приводит все это к контратаке, которую не суждено легиону провести, потому что главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о том, что в матче 7-го тура высшего дивизиона под группы А Голдшарк одерживает крупную победу над легионом со счетом 5-1 и поднимается в турнирной таблице на 4-е место. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдал Никита Лаврентьев. Надеюсь, не помешал вам наслаждаться футболом. Встретимся на полях Северной лиги, друзья, и до свидания. Вышивка любых эмблем. Спортпринтэм.